Всем привет, с вами тот самый. Мы продолжаем разбирать последствия возможного удара по Земле огромного астероида в сотни километров в диаметре в далеком или недалеком прошлом. В прошлой части мы разобрали самые первые часы после удара осколков астероида в различные участки Земли. Сейчас мы несколько углубимся в теорию, поскольку разобрали мы только общие положения, но далеко не все. Для этого рассмотрим ситуацию под несколько иным ракурсом, с точки зрения разумной цивилизации, жившей в тот момент на Земле. Итак, мы знаем, что на Землю упадет небесное тело. Да не одно, а сразу три, а может и четыре или больше. Наши дальнейшие действия напрямую зависят не только от уровня нашего развития, а в первую очередь от сроков, которые нам отведены на решение проблемы. А чтобы не улетать далеко в дебри фантастики, будем периодически сверять часы с нашей теперешней цивилизацией. Первое, что нам предстоит сделать, это понять масштабы и оценить характер ущерба. Стоит ли вообще что-то делать? Может и смысла нет, мы все умрем, а может что-то можно предпринять? Если метеорит замечен совсем недавно и времени на реагирование нет, или его очень мало, например, несколько дней, то мы… Нет, не угадали. Мы не будем объявлять населению об угрозе. Мы вообще ничего делать не будем, потому что поздно. Не верите? Сверяемся. 15 апреля 2018 года на расстоянии всего 198 тысяч километров от Земли пролетел астероид 2018 GE3. Оценочные размеры около 100 метров в диаметре. Это в 3 раза больше, чем Тунгусский метеорит. И почти в 10 раз больше Челябинского. Причем больше именно в диаметре, потому что по массе он был примерно в 27 раз больше Тунгусского. Кто-нибудь слышал предупреждение? Кого-нибудь оповестили? Нет. Сообщили лишь на следующий день, и то тихонько. А ведь в случае падения такого камешка, предположим, на Берлин, воронка кратера была бы с четверть города. Воздушный удар выкосил бы четверть Германии. Огненный шар от взрыва видели бы на побережье Балтийского моря. А сейсмический шок прошелся бы от Швейцарии до Швеции. И ничего. Никто никого не предупредил. Еще одна похожая каменюка пролетела в два раза ближе, 9 ноября 2017 года. Его номер 2017 VL2, и снова все сослались на внезапность его появления и никого не предупредили. 2 сентября 2016 года пролетел астероид 2016 QA2. Он промчался еще ближе, 77 тысяч километров. Он был замечен 28 августа, то есть за 4 дня до его пролета. Но сообщили о нем только после пролета. Теперь понятно, как будут вести себя правительства? Никак. Этот список можно продолжать еще долго. Главное одно, если времени на реакцию нет, то и сообщать никто ничего не будет. Но по нашим расчетам время было. И его было немало, хотя и ограничено. А значит, надо его использовать по максимуму, верно? У нашей цивилизации тоже есть на это свой ответ. Подземные бункеры для себя любимых. Ну и ядерные ракеты. Но если мы более развитая цивилизация, то мы будем готовиться. Давайте сразу уберем из расчетов мегафантастические версии про волшебные лучи, гравитационные конвертеры и даже ядерные ракеты. Ну, просто потому, что никакое число ядерных ракет не остановит астероид в 400 км в диаметре. А про волшебные лучи и гравитационные конвертеры я ничего не знаю. Ну а мы более приземленные существа, поэтому будем готовиться как к военным действиям с врагом, не знающим пощады
и компромисса. В первую очередь рассчитаем последствия по времени и характеру воздействия. Рассчитаем места падения и относительно безопасные места. В каждый момент времени этой войны с астероидом безопасные места будут разные и будут выглядеть по-разному. То есть надо предусмотреть целый долгосрочный комплекс мер противодействия, глубоко эшелонированную оборону и план восстановления. Первый, самый мощный удар будет от воздушной волны, но практически одновременно с ней придет и сейсмический удар. А это значит, что нужно построить в строго выбранных местах убежище для будущих выживших и защитить их от этих первых ударов, верно? Защитные сооружения должны сдержать как воздушный удар, так и сейсмический. Для сдерживания воздушного удара необходимы разрезающие волнорезы, а для сдерживания сейсмического – полигональная кладка. Крепость Сексуаман в этом случае – прекрасный образец. Но вполне возможно, что и другие крепости звезды, которых так много по Земле, могли выполнять примерно ту же роль. Кстати, очень любопытна в данном случае трактовка Бажова. В своих сказках он никогда не называет крестьян крепостными, но всегда говорит, что они в крепости. К чему это я веду? К тому, что, на мой взгляд, античные великолепные храмы, базилики и другие строения, с одной стороны, и мегалитические сооружения, вроде Сексайомана, Мачу-Пикчу, египетских и мексиканских пирамид, всевозможных дольменов, с другой стороны, это постройки одной цивилизации. Да, как бы странно это ни прозвучало. И вот мой аргумент. Вот посмотрите, это здание построила наша цивилизация. И вот это. И вот это. И это. А еще наша цивилизация построила вот это. Вот это. И вот это. Это все построили мы примерно в один и тот же период времени. Но назначение построек разное. В одном случае мы строим, чтобы жить и наслаждаться красотой, в другом, чтобы выдерживать мощнейшие удары. Тут нам не нужно заботиться о красоте, а только о прочности конструкции и точности углов. Также косвенным доказательством служит то, что так называемые следы распилов и другие следы неаккуратной работы присущи именно мегалитическим творениям, что говорит еще и о том, что создатели этих творений спешили, то есть времени было ограничено. Не уровень технологии не давал им сделать красиво, а недостаток времени, да и бесполезность украшательства. Творения в любом случае должны были быть уничтожены, чтобы спасти жизнь людям. А как же легенды о мега-цунами и всемирном потопе? О ядерной войне, в конце концов? Ну, во-первых, одно другого не исключает. А во-вторых, как мы уже посчитали в одной из прошлых серий, никакого цунами, которое прошло бы через всю Землю, быть не могло. Просто на Земле нет столько воды. Хотя локальные потопы, безусловно, были. Да что там говорить, мы до сих пор живем в условиях потопа. Под водой находится огромное количество античных городов. Но давайте все-таки попробуем изучить, в чем разница разрушений от цунами, войны и землетрясения. Вот посмотрите на цунами. Вот последствия бомбардировок. Ядерных бомбардировок. А вот последствия землетрясений. Во всех случаях разрушения совершенно дикие. Однако, кое-что все-таки можно понять. По крайней мере, есть одно разительное отличие цунами от всех остальных. Цунами прикладывает долговременное и большое усилие ко всей конструкции целиком. Именно поэтому во время цунами частенько смывает легкие деревянные или пластиковые здания целиком.
Однако каменные, бетонные и железобетонные строения практически не повреждены, даже если их накрывает волна целиком. Вот очень яркая иллюстрация. Здесь цунами накрыло здание как минимум на 1,5-2 метра выше крыши и даже принесло хозяину дома корабль. Другими словами, античные каменные постройки никак не разрушились бы от потопа или цунами. Значит, либо бомбардировка, либо землетрясение. Как же определить? Ведь они настолько похожи. И вот в этом нам помогут античные колонны. В чем разница между бомбардировкой и землетрясением? Разница в том, куда и как прилагается разрушающее усилие. В случае бомбардировки каменным или металлическим ядром разрушающее усилие прилагается в одну сторону, словно вы стучите молотком по стене. В случае взрыва внутри здания разрушающее усилие прилагается в разные стороны, но всегда от эпицентра взрыва. То есть, если взять одну конкретную стену или колонну, то усилие все равно будет направлено в одну сторону. Но в случае землетрясения направление приложения разрушающего действия будет с большой частотой меняться с одного направления на противоположное. И вот тут нам помогут колонны. Точнее, составные колонны. Они состоят из отдельных частей, поставленных друг на друга. Когда на колонну оказывается воздействие, то одна сторона блока начинает сильнее сдавливать соседний блок, а противоположная сторона, наоборот, приподнимается над ним. При смене направления усилия поменяются местами и нагрузки. Таким образом, вдоль соединительного шва колонны образуется обкрошившийся участок, а в случае землетрясения, когда направление микроудара меняется очень часто и в разные стороны, такой участок будет располагаться по всему периметру блока, образуя эдакую фаску, что мы и наблюдаем на многих античных руинах. Другими словами, можно с большой долей уверенности предположить, что большинство, если не все античные города, разрушены не войной, не цунами, а именно землетрясением. Конечно, землетрясения случаются и просто так, и даже в наши дни. Но что делает любое уважающее себя государство после землетрясения? Конечно же, спасает уцелевших, разбирает завалы, ремонтирует и строит заново разрушенные здания. Однако мы этого не видим. А это уже говорит о том, что сотрясение было глобальным. Таким образом, гипотеза о бомбардировке Земли именно астероидами получает все больше подтверждений. Но ведь это еще не все. Это лишь самые первые эффекты такой бомбардировки. Что должно было случиться дальше? Об этом в следующей серии. Друзья, никто из нас не застрахован от ошибок. И если в логике моей увидите вы сбой, то не стесняясь, четко, грамотно и без запинок, оставьте под видосом гневный комментарий свой.